Кеплер-10b – это экзопланета размером в 1,4 раза больше нашей Земли. Это первая каменистая планета, обнаруженная миссией Кеплер. Находится она на расстоянии 564 световых лет от нас. Экзопланета – это любая идентифицированная планета за пределами нашей собственной Солнечной системы. Характеристики экзопланеты. Планета имеет плотность в 4,6 раза превышающую земную. Она вращается вокруг своей звезды один раз в 0,84 дня, что составляет 20 часов, и находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем наш Меркурий к нашему Солнцу. На таком близком расстоянии Кеплер-10b не попадает в обитаемую зону, в которой жидкая вода могла бы существовать на поверхности планеты. Поэтому маловероятно, что на его поверхности существует какая-либо жизнь. Планета также приливно привязана к своей родительской звезде, а это означает, что только одна сторона постоянно обращена к звезде. Кеплер-10 была первой звездой, обнаруженной миссией Кеплер, которая потенциально могла иметь небольшую планету, проходящую вокруг нее. Позднее это было подтверждено данными наблюдений из обсерватории Кека на Гавайях. Предполагается, что экзопланета имеет каменистую поверхность. Будучи приливно-отливной, поверхность на обращенной к звезде стороне нагревается до целых 1500 градусов Цельсия. Солнечная сторона Кеплер-10b из-за высокой температуры покрыта железом в жидком состоянии, в то время как поверхность на стороне, обращенной в сторону от звезды, является твердой и каменистой. Обнаружение экзопланеты. Запущенный в 2009 году космический телескоп Кеплер измеряет световой поток одновременно 150 тысяч звезд. Данные от каждой звезды затем анализируются для того, чтобы искать периодические изменения в излучаемом звездой свете. Эти изменения яркости могли бы указывать на присутствие орбитальной планеты, проходящей перед своей звездой. Это называется транзитом или транзитным методом. Для каталогизации объекта в качестве кандидата на планету необходимы три или более транзита с равными периодами. Изучение Кеплер-10b продолжалось 8 месяцев, с мая 2009 до начала 2010 года, и 10 января 2011 года было объявлено о ее открытии. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!